Скажи, где твоя работа? Как она называется? Она называется «Богородица, младенец и Иоанн Креститель». Это а чья картина? Вот, картина Кореджо, Антонио Кореджо. Молодец. Необычайно точно открываем срок в 17:30 без театральных пауз. И рада представить вам сразу 4 проекта, которые представлены в этом замечательном выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников. Во-первых, такой вот большой центральный проект – это «Великая копия». Он проходит второй раз вообще в истории новейшей России. Уникальный проект даже по одному тому, что в нем принимают участие художники и на уровне профессоров, и на уровне руководителей кафедр, и молодые талантливые, креативные люди. И вот если молодой человек в красном пиджаке немножко отойдет от камеры, то мы дальше продолжим. Прекрасно. Отличный был кадр. Это первый проект. Он проходил уже в Москве, и сейчас мы хотели показать этот проект в Санкт-Петербургу, и оказалось, что в Санкт-Петербурге он в несколько раз больше, чем в Москве. Я думаю, что если мы такими темпами будем двигаться дальше, то мы скоро узнаем самых профессиональных художников, самых профессиональных реставраторов. Ну, а вы находитесь практически в музее, который этот выставочный центр превратился вот сегодня и на этой неделе. Второй проект у нас – это «Пастелиум», международный конкурс художников-пастелистов. Он проходит первый раз. И сказать пока мало чего можно, кроме того, что в жюри практически художники-пастелисты со всех континентов, кроме Австралии. Ой, кроме Антарктиды. В Австралии тоже у нас есть представитель, который также оценивает художников-пастелистов. Здесь мы представили этих художников, этот проект на втором этаже, вот он там вверху. Можете посмотреть, не все представлены, только финалисты. Но тем отраднее и интереснее будет смотреть самых-самых профессиональных художников. А третий проект – это «Абстрактум», международный фестиваль абстракции. Он в небольшой экспозиции. В Санкт-Петербурге не так любят абстракцию, как в Москве, но тем не менее очень интересно представлен, особенно живописными произведениями из континента под названием Африка. Можете посмотреть огромное полотно, получите массу невероятного удовольствия и впечатлений от этих картин. Ну и четвертый проект, который мы проводим в Санкт-Петербурге второй раз. Я думаю, что в этом году он будет совсем просто с огромным успехом. Это арт-поэзия. Мы его проводили зимой, на зимних каникулах. И это была не просто выставка, это был большой, огромный концерт
это был длиннющий арт-баттл художников, скульпторов. И это был целая театральная постановка. И мы с 12 до 12 часов, не отрываясь, смотрели это завораживающее зрелище. В этом году арт-поэзия будет 7 марта, в преддверии праздников. И я приглашаю всех присоединиться и послушать и поэзию, и музыку, и картину посмотреть. Ну что ж, вот такие проекты собрались в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников. Ну а чтобы мы могли бы в полной мере ощутить и понять масштаб этих всех мероприятий, я хотел бы пригласить на эту сцену академика Российской академии художеств Николая Михайловича Цветкова, члена Евразийского художественного союза. Пожалуйста. Спасибо, дорогие друзья. Очень рад вновь встретиться с вами. Это совсем недавно, буквально 3 месяца назад, здесь был замечательный, совершенно уникальный фестиваль искусства. И сегодня мы вот свидетели и участники нового проекта, ну, нового. Вот уже Федор Фанифатьевич объяснил, что это и сколько здесь участников, и какие номинации участвуют. Это замечательное время, прекрасный праздник искусства. И мне хотелось бы несколько строчек из моего поэтического арсенала предъявить вам. Друзья, вот это наш союз. В объединении сила, любовь к искусству наших душ сегодня нас сплотила. И пламень творчества горит, на миг не затухая, спасая всех, благословит, собою защищая. И Дух Святой всего коснется своим нетлеющим крылом, и сердце в радости забьется, все почитая Божеством. Я думаю, что в этих строчках вот немножко описана такая духовная составляющая. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. И вот искусство ведь, пожалуй, единственное, не единственное, она одна из немногих творческих аспектов, которые позволяют человеку не только быть материальным существом и отождествлять себя с телом, но позволяет преодолеть это земное существование конечное и выйти на некую составляющую, которую конфессии разные и культурологии предполагают нечто вечное и бесконечное. И вот искусство во всех ее, во всех видах как раз оставляет за собой это право поднимать сознание, дух человека на ту высоту, которая выше всякой земной власти. Вот, я думаю, что такая короткая преамбула всего события, которое здесь развернулось, вполне достаточно. И хочу объявить, что президиум и лично президент некоммерческого партнерства по сохранению и продвижению общенациональных ценностей «Русская культура» награждает Филькова Федора Ванифатьевича нагрудным знаком и званием «Заслуженный деятель русской культуры». Я думаю, что это звание давно уже ожидает его, поскольку даже в Санкт-Петербурге этот человек в течение 10 лет организует эти прекрасные праздники, подключая сотни художников, зрителей, любителей. И вот это вполне заслуживает этого высокого звания и награды. Федор Владимирович. Спасибо большое. Супер. Спасибо огромное, неожиданно, может быть, действительно.
В общем-то, русский — это понимание российский, хотя я, конечно, не российский гражданин, но я душой здесь, и, в общем-то, спасибо огромное. Но раз уж такая пошла свадьба, я думаю, что на фоне этих замечательных музейных полотен практически мы можем и должны поздравить еще одного человека с вступлением в Евразийский художественный союз и с многочисленными наградами. Это награждение проведет Аркадий Бабич, руководитель секции тревел-фотографии Евразийского художественного союза и по совместительству талантливый художник. Здравствуйте, друзья. Я хочу поздравить нашего нового члена. Так я понял, что он сегодня не присутствует, но есть его представитель. Это не только вступление в союз, но и несколько дипломов с хорошими местами. Это первое, читать не знаю, название, какие имена, сюда. Вот, конкурс текстильный декоративный прикладной, номинация декоративная живопись, название «Причал». Первое место. Еще первое место — конкурс скульптуры «Голова девушки». Второе место — «Россия прирастала Сибирью», тоже конкурс скульптуры. Еще второе место — «Богиня охоты», конкурс текстильный декоративный прикладной. Третье место — название произведения «Бегущая», тоже конкурс скульптуры. И как участник, диплом участника, поздравляю нашего нового члена Шелковникова Владимира Николаевича. На меня, пожалуйста, посмотрите. Художника. Значит, я хочу просто сказать спасибо организаторам. Живет в глухом селе Бурятии художник, ему 74 года, самоучка. И вот, когда он был молодой, он делал свои выставки, да, были силы. Потом о нем забыла Бурятия. И вот 4 года назад я из Питера приехала на Байкал отдохнуть. Я когда-то там родилась. 8 лет меня увезли оттуда родители. И вот я с ним встретилась. И когда он мне показал свои картины, когда я увидела его парк-музей «Светлая поляна» на берегу Байкала, когда, как он построил все это парк-музей деревянного зодчества под открытым небом, церковь без единого гвоздя, какую примерно такую построили казаки-первопроходцы, меня так тронул этот человек, и вот на звоннице этой церкви меня вот просто пронзило. И я, работая здесь 30 с лишним лет в Роспотребнадзоре, и потом еще в крупной фирме, я решила поехать в это село. И вот я сейчас здесь, и как-то я нашла сайт. На сайте нашла вот этот конкурс в прошлом году и решила выставить его 14 работ. И фотографиями просто, потому что вести оттуда все эти работы очень сложно. И когда я выставила эти работы в ноябре, 1 ноября, 6 ноября, да, было награждение, 6 ноября из 14 работ он занял 10 призовых мест. То есть, представляете, какого таланта этот человек? Он русский, ему как-то вот сложно было в Бурятии продвинуться, и поэтому, наверное, все-таки слава приходит уже, к сожалению, многим художникам. Да. Я надеюсь, что вовремя. Дальше я его выставляю на конкурсе, тоже благодаря этим людям, я выставляю тоже заочно, выставляю на конкурсе в Италии, и он из 8 работ, которые я заявила, он 5 призовых мест занимает. И в этот раз я приехала, просто я здесь прописана до сих пор, я привезла просто его панно, вот эта богиня, которая заняла одно из призовых мест, я привезла сюда его продать, потому что он хочет поставить в Бурятии или в России потрясающую скульптуру, которая заняла первое место «Россия прирастала Сибирью». Если кому интересно, можете подходить, у меня на телефоне есть эти работы его. И вот, ну, нужны, естественно, деньги, я решила это панно продать. И вот я его привезла, и совпадение такое, решила его выставить на конкурс. Поэтому я здесь, и мы очно уже участвуем. Спасибо. Приезжайте все к нам на Байкал отдыхать. У нас хороший объект, хороший прямо на берегу Байкала, его музей деревянного зодчества, очень хорошее место, оно энергетически хорошее. В июле Читинский университет художники устраивают у нас пленэр. Так что вот сегодня я общалась с одной художницей уже из Петербурга, хотят нам там организовать тоже вот такое, ну, мероприятие. Так что приезжайте, там вся такая природа, которая просто, ну, она
каждого заставляет к какому-то искусству приобщаться. Там столько много талантливых людей, но они не могут себя преподнести, понимаете? И вот благодаря заочному участию, я считаю, что это очень... Вот спасибо организаторам, что они вот это все организовывают. Спасибо вам. Спасибо за теплые слова. Очень приятно, когда кому-то мы делаем добро и помогаем. Ну, а мы продолжаем, и я хотел пригласить еще одного члена Евразийского художественного союза, совсем с недавнего времени, но тем не менее удивительного человека, Ирину Пресечнюк. Вы ее, наверное, все знаете. Это номер один в бисерном плетении всея Руси и даже больше. Вам слово. Спасибо большое, Федор. Всем здравствуйте. Очень рада вас здесь видеть. И свою такую маленькую представительную речь я хочу начать с того, что хочу попросить всех гостей освободить центр зала для следующего акта открытия сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста, налево-направо, и чтобы центр был свободен. Честь представить международную сеть актерско-модельных школ «Дольче Вита», которая существует с 2015 года. Школа расположена в 6 крупных городах России – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск. В Казахстане – в городе Алматы и Нур-Султан, раньше этот город назывался Астана, а в Беларуси – в Минске. Основным направлением работы является раскрытие внутренней красоты учащихся. Модели Dolce Vita представят два бренда. Первый бренд – Fashion Angels. Детская одежда премиум-класса от дизайнера Елизаветы Савиной. Команда Fashion Angels занимается моделированием эксклюзивных изделий и готова воплотить ваши самые смелые фантазии и сшить для вас и вашего ребенка идеальные наряды. О, открытие, да? Идем на открытие. Ниночка, идем на открытие. Очень приятно видеть друзей в выставочном зале Союза художников. Все мои друзья, один за другим. Друзья. Невозможно пройти мимо, да? Все, Венечка, привет.